Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Жано Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванча Калпатаруваща Кипа Синдхи Вивача Патитананг Павоне Бхавайшнавибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайта Гирим Ят Кипа Тамханг Банде Парамананда Мадхава Бриндавай Тулсиде Бхай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Шанкитане кришна като падеше Гаурия патрашо пракаса неча Шадану ракта гуру бхакти жукто Бхакти прамадакша чагодарану Дейям сада парибхавагнам авиштадохам Титас падам сива виринчанутам сараньям Витатихам панутабал вавадипутам Банде махапурусате чаранарвиндам Ятпада паллавана хачаннамани чатая Беспуриджита кимапикава душвадарши Пурнану рагра сасагра сарамурти сарадхикамай кадан кипан кроши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Аджану ламмита бхужау канака бодато, Шанкетанай капитару камала ятакшо. Вишам баро дижа баро жугадхарма пало банде жагат прия кару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхавану Рупена Сада Нарана Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тавам бхагам Нараяно приямананга мадапахарам Барана сипурапати бхажави шанатам Баги шаджаша бадане Лакшмир жаша бхакшаши Жасасте хидая самби Пам нишинга махам бхаже Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Аху Бхагьям, Нанда Гопа Баджаукашам, Джанмиттам Параманандам Пурна Брахма Санатанам. Аху Бхагьям, Аху Бхагьям, Нанда Гопа Баджаукашам,
Janmittam Paramanandam Purna Brahma Sanatanam Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru told those who are going to accept the way of logical interpretation, they become very Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что те, кто принимают путь обычной логики, то это бесполезное дело. И вот те, кто принимает путь логики на пути попыток понять что-то духовное, то такие люди, как правило, не обречены на провал. Не услышав Харикатху из уст чистых гуру вайшнавов, мы своими собственными попытками, своей мирской логикой, своими материальными глазами, не слушая, если мы попытаемся что-то понять, то ничего не поймем. И вот в начале всего мы должны, то есть, ну, обычные люди пытаются понять что-то с помощью глаз, но это на духовном пути неправильно, нужно с помощью звука пытаться это все понять. И вот и обычные люди заняты обычной логикой, но Шрута-панта — это единственный путь. Шрута-панта — это единственный путь, с помощью которого можно постепенно увеличить нашу силу даршана, улучшить свой даршан, свое мировоззрение, мировосприятие, как пример, маленький ребенок, когда есть традиция, когда его приводят к Сарасвати. И вот когда ребенок, отец, он организует одного пандита показать на эту церемонию первого кормления зерном и первой попытки что-то написать. И вот этот маленький ребенок сидит на коленях пандита, и пандит рассказывает, как нужно писать. И вот ребенок пытается что-то написать, букву А. И вот и другие буквы он пытается научиться писать под руководством пандита. И вот тогда этот пандит говорит: повтори, что за буква, какая А, какая О и прочее. Если этот ребенок начнет возмущаться, где доказательство, что это буква О, а не А или не, или еще никакая-либо. И вот если такой ребенок будет пытаться требовать какие-то доказательства, что это буква та или иная, то образование такого ребенка не начнется. И вот на духовном пути, на пути баджана, Шрила Прабхупад говорит, когда мы пытаемся что-то узнать о трансцендентном мире, о Пракрит-джагат, мы должны принять без всяких аргументов, мы должны принять это все, то, что Гурудев говорит. И после этого, в процессе нашего баджана, мы осознаем, что есть что, но не в начале. Поэтому Шрила Прабхупад, он давал наставление относительно Шраута-панхи. Без, не следуя Шраута-панхе, те, кто бегают туда-сюда, пытаются показать свою образованность, что они пандиты, их знания, но бесполезно. Но на путь, на какое-то время они могут, конечно, удовлетворить каких-то людей, но в течение долгого времени их эти все попытки обречены на провал. Мы знаем, что качество не... и количество — это разные вещи. Если мы хотим обрести качество, мы должны пожертвовать количеством и наоборот, соответственно.
Where there is quality, если есть качество, there cannot be quantity. То количество, как правило, очень мало. То есть качество и количество, они, как правило, одновременно не бывают. То есть либо качественно, либо много. И вот есть нечто очень благоприятное. Мы не можем видеть множество людей, приходят в такие места, как Шрила Прабхупад говорит в истории человечества. Такая милость, такой великий дар, который принес Чайтанья Махапрабху, необычайно редок во всей истории человеческой цивилизации, такого не было. Может, но где найти тех людей, которые понимают подлинное значение этого величайшего дара? Даже некоторые вроде знают, вроде запомнили, но сердцем, кто может осознать величие всего этого, то очень редко случается, встречаются такие люди. И вот Удав говорит: «Ахо Бхагьям, какая величайшая удача! Те, кто в Раджавасе, они имеют такую глубокую связь с Верховным Господом, с Пурнабрамой, с Санатаной, Бхагаваном Шри Кришной. И вот они дружат, он дружит с Раджавасе, имеет такие близкие отношения, неразрушимые. И вот мы также хотим развить такую удачу, без которой наш баджан не сможет начаться. И вот вчера я говорил то, что по руководству Бхагавана Шри Кришны Удав он отправился во Вриндаван. Времени мало, надо все это успеть закончить. И вот по указанию Бхагавана Шри Кришны Удав Махарадж он отправился во Вриндаван. Это для него было подобно эволюции. И также в процессе своего путешествия, согласно наставлению Кришны, он посетил различные места лил, там, где Кришна являл свои лилы, и я уже сказал, Шатикара, он это место посетил, там, где лила Гаура Говинды происходила, и потом Бхагаван Шри Кришна посоветовал ему отправиться в Бахулаван. Потом Кандирван, где Локнат Госвами, Гурдев Наротама Такура совершил баджан. Это очень важное место. Кишори Кунджи там. И после этого он отправился к Павана Саровару. Паван Саровар — это очень важное место, все, весь мир. Все святые места всего мира, они находятся в этом Павана Сароваре. Однажды Нанда Баба собрался на паломничество, что он уже пожилой, его Кришна уже вырос, и нужно пойти посетить различные места паломничества. Он взял у всех разрешение и собрался идти, но Кришна сказал: зачем ты туда идешь? Сказал, что я уже пожилой, нужно пойти какие-то места паломничества. Кришна сказал: если покажу тебе все эти места святые во всем мире здесь, то ты можешь ли ты пойти туда, вместо того, чтобы ходить отдельно в каждое место. Вот Бхагаван Шри Кришна призвал все тиртхи. И когда они пришли с Нандой Бабой к этому Павана Саровару, все эти тиртхи, они предстали перед Нандой и поздоровались с ним, представились. Вот этот Нанда Махарадж понял,
что все они находятся там, в Паван-Сароваре. И все воды со всех святых мест, они находятся в Паван-Сароваре. Если мы с такой крепкой верой примем омовение там, то мы обретем благо от посещения всех святых мест и принятия омовений во всех святых водоемах. И вот все эти святые тирхи пришли, представились, и Нарада Махараджа увидел, что они там действительно есть, и принял омовение там и передумал посещать каждое святое место индивидуально. Ганготри, Ямунотри и все остальные тиртхи. Шри Рамешварам, все тиртхи, они в различных этих местах Вриндавана, мы не знаем. Я ходил, путешествовал по всем этим местам, по всем лесам, по милости Гурудева и Шрилы Прабхупады. Я посетил практически все святые места. Even all important, you know, hills, даже все эти важные горы, как Махинат Парват, и ту гору, которую Хануман унес, я тоже посетил. И вот по милости Гуру Вайшнавов я посетил это все, и вот сейчас в итоге Удав Махарадж, он достиг Паван-Сарова, принял омовение там. А потом он достиг того холма, где жил Нарада Махарадж. Его подножие он принял омовение в пыли этих вражеваси и коров, которые возвращались с пастбищ. И вот Удав Махарадж, почему он так поздно приехал? Потому что посещал различные святые места и чувствовал радость, экстаз от созерцания тех мест, где Кришна являл свою лилу. И в итоге Удав Махарадж, он решил, что вечером эти вражеваси, они заняты с коровами, пасут их и занимаются прочей деятельностью, поэтому лучше вечером приехать, чтобы не мешать им работать. И вот когда они как раз вернутся с пастбищ, и я могу принять омовение в пыли, которая поднята от их стада. And sun almost going to set. In the meantime, the chariot going to reach that place. И вот он подъехал в это время, как раз в подходящее время, на своей колеснице принял омовение в пыли со стоп Раджаваси, коров и всех остальных. И я говорил, какова причина, поскольку мы видим то, что после того, как Кришна ушел из Вриндавана, то все враджаваси, они чувствовали боль разлуки, хотя в соответствии с описанием Шукадева Госвами мы находим, что Удав, он созерцал Вриндаван с тем же чувством, с чувством радости, которое было там, когда Кришна физически был во Вриндаване. Почему так? Из различных шастр мы слышим, что чувство разлуки. Все коровы, деревья, враджаваси, все растения, они чувствовали такую боль разлуки. И как это для Удава было возможно? Видеть Вриндаван в том виде, когда Кришна Баларам был там, и ответ
согласно желанию Йогамайи, так произошло. И в соответствии с желанием Кришны, Йогамайя сделала так все. Как пример приводил, можно вспомнить, что Гуранга Махапрабху и все его спутники, они танцевали на Ратха-ятре, и в то время семь групп, все мриданги с великим энтузиазмом преданные совершали киртан перед Джаганатхом, но случайно Махапрабху танцевал в одной сампрадае, но в итоге царь Пратапарудра и Сарвабхама Бхаттачарья, они смотрели Махапрабху танцует одновременно в семи группах, что невозможно. Точнее, все видели, что Махапрабху танцует в их конкретной группе, а по милости Махамайи, точнее, по милости Йогамайи, Сарвабхаума Бхаттачарья, этот царь Пратапарудра, еще кто-то видели, что Махапрабху танцует в каждой группе, а все остальные видели, что Махапрабху танцует только в их группе. И вот я уже говорил, что все лилы, они вечны. И вот с вечного мира, по желанию Бхагавана Шри Кришны, Йогамайя, она организовала все так, что вначале Кришна, он хотел показать такую нормальную ситуацию. И вот в соответствии с желанием Кришны, все так проявилось, вся эта дама, она проявилась тем временем, когда Кришна был там. И вот Уддав Махарадж, он увидел эту всю ситуацию. Вот, получив наставление, Прапто нанда брджам сриман, сриман, ата сриман Уддхав, after reaching the place of Nanda Maharaj, и вот достигнув места Нанда Махараджа, подножия горы, прапто нанда брджам сриман, нимло чоти вибхавашо. That time sun almost going to set. И в то время солнце практически село. Нимло чоти вибхавашо. Вибхавашо, вибхавашо is the name of sun. Вот здесь это солнце, когда оно садится, то в то время все погружается во тьму. Те, кто были вдалеке, они не видели, что колесница подъезжает, поскольку было множество пыли, которую подняли коровы. И вот большинство людей не могло видеть, что колесница доехала до этого места. And at the same time, sun going to set. So both way, the situation is such that outside, people, those who are not just near, they cannot watch. They couldn't realize. Prapto nanda brajan siman nimlo choti vibhavasho channa janaha pravishatam pashunam kurorenuvi. After that, Uddhav ji going to see the normal situation. Уддав увидел такую нормальную ситуацию, очень она была красива. Уддав он увидел. Юддхир надитам шишмибхир вишой
эти коровы. Да, в общем, эти быки друг с другом пытались как-то драться. И эти коровы, они были заняты кормлением коров. И вот Удав созерцал такую картину, что коровы были заняты кормлением коров. И по милости Йогамая эта ситуация случилась, Удав созерцал ее. Манditam Sitoi and Godoho Shabdavir Ravam Benunam Nishanenacha. Itasata Bilangoi, there is a sound of Gomata. И вот он слышал звук коров. Milkman, пастухи в Раджавасе. They are busy with milching. Они были заняты дойкой коров, и они звали этих телят, чтобы коровы лучше давали молоко. Манditam Sitoi, so white color, milky white, are Godohan Sabdam, when they are milching, they are sha, milking. И вот когда коров доили, они периодически мычали в виде своих телят. Телята были разного цвета, и какие-то эти гопы, они играли, маленькие дети, они играли на флейте или еще на чем-то. Шубхани Балакишнаю Шалам Критавир Гопивис Гопайша Шубираджитам. What speaking? Гайя. Что говорится здесь? Кармани Шубхани Балакишнаю. Балакишнаю. What speaking? Those Браджама. Те враджа, эти женщины враджа, гопи, старшие, они пахтали этот молоко, и потом вечером они совершали какие-то благоприятные действия, как предложение лампад Господу, воспевали славу Кришны и Баларама. They are speaking different kind of song. И вот они Mangal, пели благоприятные песни, киртаны о Кришне Балараме. И вот Удав Махарадж созерцал все это, и в каждой комнате, в каждом доме. Go vipro pitri devar chanani toi. Every home. В каждом доме там Удав Махарадж созерцал, что огни. В доме домохозяев мы должны поклоняться огню или этому солнцу и гостям, которые приходят. Это обычные эти предписания домохозяев поклоняться огню, Богу солнца. И гостям служить, которые приходят в гости, коровам, этим браманам, вибрам, раздавать пожертвования, уважать браманов. Питри девар чананни твои. Питри, фада, фада мене? Питри, с Питрилоки, когда отцы уходят на Питрилоку. Питри
Нужно поклоняться полубогам и этим Питре. Gopa Vashir Manuramam in different house. В различных домах Удав созерцал, что предлагают дупы, дипы, все благовония, лампады, гирлянды предлагают божествам. Gopa Vashir Manuramam, very beautiful decoration. Brajadham. И в Раджа-дама она была так прекрасно украшена. Удав созерцал все это, и после этого Удав смотрит. Прекрасные гирлянды. Garden mean, somebody going to take care of the garden. And forest mean, it is naturally grown, is of different. Там были леса и какие-то сады. И вот Удав Махарадж все созерцал это. All different fruits, different fruits and flowers growing everywhere. Фрукты, цветы росли везде. Дижали кула надитам. Dijali kul na ditam, dijali kul, mane actually different, you know, birds, bhringo kul, bhringo mane, those who are collecting money. И различные птицы и прочие. Hovering around flowers and collecting, летали и собирали. Collecting, you know, honey from flower. Мед с этих цветов. Dijali kul na ditam, sarvataha pushpita banam. Dijali kula naditam. After that, watching. И после этого. There, those were, you know, swan. Those were swan and other different kind of birds. They're going to swim in the lake. Swim, going in the. Шо сарватахо пушпитобанам. Там плавали лебеди и прочие водоплавающие птицы. Хамшо каран каранба кирной. Padma Shandishcha Manditam. And different kind of, you know, lotus flower, white, different kind of lotus flower, там. Pink color, white, different in the lake, in different lake, they are going to watch. Этих, Удав Махарадж was very happy. Озерах они созерцали различные цветы, как лотосы и прочие, которые растут в воде. И там вокруги, и вот по желанию Кришны, Нандагопул, и вот по желанию Кришны, и по воле Йогамайи, Удав увидел все в таком прекрасном свете. Я уже говорил то, такие слова. Это слова из Брахма Самхиты, Гакул, который мы видим. Он снизошел с вечной дамы, и он подобен цветку лотоса. В тот день я говорил, что центр лотоса, сердцевина лотоса олицетворяет собой Вриндаван. Снаружи Мадхура еще по большему кругу Дварака. Потом дополнение есть Кришна Лилы. В книге есть какое-то приложение, там описывает, краткий конспект книги, в каждой книге есть, должно быть, по идее, краткое содержание этой книги в нескольких предложениях или страницах. Вот таким образом Гора Лила — это полное объяснение Кришна Лила, понимаете? Гора Лила — это полное объяснение Кришна Лилы. Иначе без Гуранги, если мы хотим понять Кришну Лилу, то большинство людей, если не 99,9%, они обречены на провал. Понимание Кришна Лилы без
помощи Гора Лилы. Если мы пытаемся понять Кришна Лилу с помощью Гора Лилы, это будет по-настоящему научный подход, который даст нам успешное понимание. И вот Гора Лила — это дополнение, и это полное объяснение Кришна Лилы. И вот мы видим. Шахаршапаттам камалам гукулакшам махатпадам таткарникарам таддхям таддхям тад анантам шашамбава. Дама. Баладжи Махарадж. Баладев, он. From we find Dhamma. Мы, Dhamma. Он олицетворяет собой Дама. Это Баладев Татва. So, и вот. В различных брахмандах Бхагаван Шри Кришна находится, там Балья Лила в одной проходит, в другой. Лила подросткового возраста, в другой взрослого, и в какой-то браманде Кришна сейчас рождается, и таким образом во всех брахмандах проходят различные лилы. И на Голоке во Вриндаване Кришна, он занят лилами со своими Сарупшакти. Все это вечно. И на Голоке можно найти Бхагавана Шри Кришну, который совершает Кишору лилу с 16-летнем возрасте. Я говорю, что Кришна ушел из Вриндавана в возрасте 10 лет и 8 месяцев, но потом, как случилось, что он достаточно быстро стал 16 лет, то я объяснял, что и вот Удав, он созерцал все места этих лил вместе с этими лилами, которые он увидел по милости Йога Майи. И вот Удав Махарадж, он созерцал Голоку Вриндавана, все было прекрасно. Это Чинтамани. Чинтамани значит... Этот философский камень, который может своим прикосновением превратить железо в золото. Но Чинтамани, что значит в этом случае? То, что мы думаем в своем уме, то, что проявляется на самом деле. И вот Чинтамани в этом, этот термин в этом смысле используется. То есть, если мы подумаем что, о чем-то, оно сразу же проявляется на физическом плане. И вот различные виды. В общем, там было все украшено, обустроено. Там росли калпаврикши, те деревья, которые исполняют желания всех просящих. Там сарабхи, коровы, они ходят там вокруг на Голоке. И наш Питамаха Брахма, он созерцал эту лилу, и по милости Бхагавана, когда он видел эту Голоку, все остальное, он это описывал. Это не то, что какое-то ложное. Нет, по милости Бхагавана Шри Кришны, когда он созерцал Брахма, он созерцал все это и описывал. Лакшми здесь значит, обычно Лакшми значит, она богиня удачи, но здесь все гопи, они все Лакшми. На Вайкунтхе мы находим Лакшми, а не богини удачи. Но здесь, на Голоке, все враджа-гопи и Радхарани, я уже сказал,
она источник всех лакшми. Радхарани она источник всех лакшми, что говорит больше. И вот Брахма, он созерцал тысячи гопи, они служили Говинде. И все гопи служили Кришне, все коровы и все остальные. Суровиро випаленто, лакши шаоша шатосам мама сирпаманам, Говинда мади пуршам тамам вая. So now, Uddhav ji watching everything. И вот Удав созерцал все это, и он достиг этого холма Нандишвара, где находился дом Нанда Махараджа. И кто-то информировал Нанду Махараджу, что какая-то колесница приезжает к вашим воротам. Нанда Махарадж хотел встретиться, как-то встретить. И вот Нанда Махараджа информировали, что приезжает такая колесница. И вначале всего Нанда Махарадж, если все гопи знают, то ситуация изменится. И поэтому, согласно наставлению Бхагавана Шри Кришны, Удав Махарадж, он встретился с Нандой Яшодой, естественно. Другие дела он мог сделать потом. И вот, увидев эту ситуацию во Врадже, вот если продолжается Удав, они увидели Удава и подумали, что это Кришна, поскольку Удав он был чрезвычайно похож на Кришну. И Шукадев Госвами говорит, что в Раджавасе они чувствовали естественную любовь и привязанность, влечение к Кришне. И Кришна, соответственно, такое же чувство испытывал к Враджавасе. И вот они встретились с Нандой Махараджем. Нанда Махарадж, он принял их и он завел их в свой дворец. Я же говорил вчера, что Удавджи, он был очень... Он принял омовение. Он был уверен, что он достигнет успеха, поскольку он принял омовение в пыли с лотосных стоп в Раджавасе. И также мы знаем, время от времени мы находим в различных пуранах, как в Вишну Пуране и различных местах. Мы находим и в Брахме также. В 10-й песне описывается то же самое. Jajjivitanto nikhilam bhagavan mukundo enstvadvapi yatpadarajaha shruti mikameva shruti mikameva. И вот Шрути, что говорит Брахма, говорит Бхагаватам. Jat gokule api katam angri rajo visheka tat bhuri bhagyam iha kim atabhyam. Jadgokule opi katam angri rajo visheka. I like to pray. Вот здесь говорится, что я хочу молиться лотосным стопам Верховного Господа, чтобы я мог получить такую великую удачу, чтобы принять омовение, принять рождение во Враджа Мандале, как хотя бы малая травинка.
Я хочу принять омовение рождения во Вриндаване хотя бы в качестве маленькой травинки, чтобы все гупи, они, их пыль она попадала ко мне на голову, когда они проходят. Я обрету, и родившись травинкой во Вриндаване, я смогу получать пыль с лотосных стоп гопи на свою голову. И поэтому Брахма, он молится лотосным стопам Бхагавана, чтобы тот благословил его на такое великое рождение, поскольку у них есть те враживаси, у них есть огромная любовь к Кришне. Они настолько удачливы, что во всем мире нет никого, кто бы был настолько же удачлив, как эти враджаваси. Они предпочитают перестать есть и пить, но они не могут оставить Кришну, такую огромную любовь к Кришне не имеют. И если Бхагаван не позволит родиться мне, как травинка во Вриндаване, и, по крайней мере, пускай рожусь каким-то камнем или таким мелким камушком. И тогда тоже я смогу. Получать пыль всех лотосных стоп на свою голову, и таким образом Брахма, он выражает свое желание. Вот Брахма, Шанкар, все полубоги, они молятся лотосным стопам Кришны, чтобы развить такую любовь, такое чувство. И вот, в начале всего, Лила Шакти Бхагавана, она дает нам вкус Удеви, и после этого Нанда Баба, он вся ситуация, и там эти коровы, их рога были украшены золотыми украшениями. И также коровы были украшены различными драгоценными камнями, и Удав Махарадж созерцает все это. И после Нанда Махарадж, он взял Удава. Там агатам самагамму Кришна сванучарам приям нандаха притаха парисваджо Васудева дхир арчаят бхожитам параманнено шанвистам кашипоу шукам гатасрамам парджаприча падо самбхана дивихи. What is it? И что это говорится? Когда с Матхуры Удав Махарадж достиг Матхуры, он смог понять, что вот он посланник Кришны, и он выглядит как Кришна. Он был очень близкий спутник Кришны, и Нанда Махарадж очень оказал ему почтение и заботу, он обнял Нанда Махарадж, он обнял Удава. И внутри своего ума, думая, что Васудев везде, и с этими мыслями он совершил арчану, и она кормила его сладким рисом с молоком, когда Кришна ушел. С тех пор они не готовили в доме Нанда Махараджа,
никто не готовил, когда Кришна ушел оттуда, то готовка прекратилась. И из домов Раджаваси они взяли Параману, предложили Господу и впоследствии Удаве. В то время, когда Кришна был во Вриндаване, готовили множество блюд, но когда Кришна ушел, они из-за такого чувства разлуки не смогли ничего делать. И вот его Удаву посадили на сиденье, на какую-то кровать. И Удав Махарадж, после того, как он принял омовение, отдохнул немного, принял параману, его положили отдыхать на кровать. И Нанда Махарадж. Он выделил ему слугу, который массировал его стопы. И вот после этого Удав он сел рядом с Нанда Махараджем, и они начали говорить. Я уже говорил о том, что если вы пытаетесь логически понять, что в соответствии с нашими подсчетами, Удав, он брат Кришны, Девабаг. Я уже сказал, Девабаг, он брат Васудева. И вот это Девабаг, он младший брат Васудева, то есть они родственники все. И И вот он начал говорить о своем старшем брате, друге Васудеве, и говорит о Удав. И вот Васудев, он спросил, как там Васудев поживает, все ли хорошо у него. Поскольку Васудев и Деваки, они были отправлены в тюрьму Камсы. Сейчас ответственность Нанды Махараджа в том, чтобы спросить о их ситуации, как они там поживают. И вот Нанда Махараджа спросил о состоянии его брата и друга Васудева. Возможно, сейчас ему лучше со всеми его родственниками и всеми остальными. И Кришна Баларам уже был там, его друг. И как он поживает сейчас? Я слышал, его освободили из тюрьмы. Together with friends and relatives, and mukto means now free from jail. Lukto mukto, shweet mito, all his relatives, everything
is okay or not, what is condition? Drishta kamshahataha papa, papaha shanuga sena papmana. By chance, it is the arrangement of Bhagavan that Kamsa is going to Это воля Бхагавана, по воле Бхагавана Камса, он умер, и после того, как Камса умер, Камса, он олицетворение греха. After Krishna, Kamsa was killed by Krishna. После того, как Камса был убит Кришной, то Дришта Камсо хатаха папам шануга сену папмана by his according to his own karma. Соответствии со своей собственной кармой. Камса умер. Kamsa going to die according to his own karma. He was doing all bad. Он совершал множество грехов, пытался как-то навредить Враджавасе и убить Кришну, и поэтому те, кто помогает, те, кто находится с Камсой, они все такие негодяи. Они уже также умерли вместе с ним, ушли из этого материального мира. И в общем, из своих грехов, Камса со своими приспешниками, они все умерли. He was very much envious with Jadukul and sadhu. He was very envious with all different pure sadhus. So it is good that Kamsa gone today. И очень хорошо, что этот жестокий Камса, он Шакана Сура Нандана Асте Кушалав Кушалам Патто Паттадвир Юкто Мукто Свет Витаха Дришта Камсо Хата Папам Шануга сено папмана папмана шадунам дхарма силанам жадунам дештия сада. He was very envious all the time. Этот Камса постоянно был очень завистлив. Мы знаем, Камса, он своего собственного отца заточил в тюрьму и сестру Деваки. Васудева, они все тоже были отправлены в тюрьму, и такая ситуация происходила. И вот в начале всего Нанда Махарадж, он рассказал о послании Васудева, поскольку правило в том, что сначала нужно спросить о своих близких друзьях, хотя мы знаем, что Кришна Баларам его сын, но правило, соответствие с культурой, надо спросить о близких друзьях. И вот Нанда Махарадж говорит, давно они находились в тюрьме под из-за влияния Камсы, и таким образом Камса был убит. И после ситуация как-то нормализировалась. И вот те, кто выражали зависть, они получили взамен такую же ненависть. Как правило кармы, если мы плохо к кому-то относимся, потом это все плохое к нам возвращается. И вот спросив все о Васудеве, Деваке и о том, как дела в Матхуре обстоят, Нанда Махарадж спрашивает, что наш сын
Кришна Баларам, как он. И Кришна забыл ли он нас или помнит? Кришна помнит ли он свою мать, своих друзей? Помнит ли он их или забыл? Кришно матарам срихидаха шакхино гопану браджанчатманатам гаво бриндаванам гирим. At all Krishna can remember. И помнит ли Кришна вообще his mother, свою мать all his, you know, или своих родственников, друзей, пастушков и всех остальных? Браджанчатманатам гаво the Gomata, Vrindavan, different kind of hills and, you know, all lila spot where Krishna already done different kind of lila. Opis Maruti, he at all going to remember or forget everything? Помнит ли он или забыл нас всех? Opi Ayashati Govinda, Opi Ayashati Govinda, Shajjanano, Shakrit Ikshitum. Just to watch Vrijavasis. Видя в Раджавасе их дорогих и близких, Кришна ради этого может, не, мог бы прийти во Вриндаван однажды, чтобы посмотреть, повидаться со всеми своими близкими. И внутри сердца Нанда Махарадж, он чувствует такую боль, что он не может потерпеть разлуку с Кришной, но все же в соответствии с наставлениями Кришны, Кришна сказал, что когда-то приедет, чтобы посмотреть на него. Когда Кришна сказал, что увидит, приедет повидать нас, то это значит, что не будет жить во Вриндаване. И поэтому Нанда Махарадж знал, что Кришна уже не будет жить во Вриндаване. У него множество ответственностей, обязанностей в Мадхуре. Говинда, придет ли он, чтобы посетить нас? Кришна может прийти, чтобы однажды, чтобы увидеть нас, может ли он прийти, чтобы посмотреть на нас. Если он придет, то мы получим возможность увидеть его лотосные стопы, лотосный лег, иначе мы лишены такой возможности. Когда же Кришна может прийти во Вриндаван, чтобы давать нам свой даршан, и тогда мы сможем увидеть лотосные уста Кришны, его прекрасный лик, его улыбающееся лицо, мы сможем увидеть. Can come Krishna Mantra, Tarhi Dakshama, that time we can get the opportunity to see the nice, beautiful, you know, face of Krishna, Sunasam Susmitekshanam, and a very smiling face, and looking at us very nicely, we can get the opportunity this way. Now, Nanda Maharaj going to lament. И вот Нанда Махарадж начал сожалеть. И Нанда Махарадж говорит, бату барсачча вришо сарпачча ракшитаха дураттаебхо мритибхо кришнено шу махатмана. Нанда Махарадж going to remember all past lila. Нанда Махарадж, он вспомнил все прежние лилы. И вот Нанда Махарадж думал, что Кришна, он уже спас нас от лесного огня. Дава,
И вот от он спас нас от лесного огня. Я помню, Нанда Баба, он спас нас от сильных ливней, наводнений и прочих погодных таких несчастий, которые посланы были Индры. Он спасал нас от различных ракшасов. Ракшасы — такие демонические эти создания, которые в тамагуне полностью находятся. Я сказал вам, когда змея, питон, когда она поглотила Нанда Махараджа, это не был питон, это Сударшан был, Сударшан его звали. Он был Гандхарвой, но по проклятию Риши он родился змеей. И вот, когда этот Сударшан, эта змея, проглотила Нанда Махараджа, Нанда Махарадж начал кричать, он вспомнил, что Кришна спас нас от лесных пожаров, от наводнений, потопов, ливней, от всяких этих ракшасов, агасуров, бакасуров и прочих асуров. Кришна, он уже спас нас. И мы были на пороге смерти, неизбежной смерти, но все же мы спасены Кришной, мы все спасены Кришной, спасались благодаря Ему. И вот мы помним всю славу Кришны. И когда мы помним все уникальные лилы Кришны, Его улыбающееся лицо, когда Кришна говорит, мы помним все и не можем забыть. Мы видим славу Кришны. Nirikshitam and Hashitam when Krishna loving, Bhashitam Chango when Krishna talking with the Vajrasis also, Sarvano Shithila Kriya. В общем, мы помним, этот Нанда Махарадж, вспоминая все лилы Кришны, о том, как Он спас их, то наше тело, вспоминая все это, оно становится парализовано буквально, мы поглощены полностью этими воспоминаниями, не можем ничего больше делать. Все наше тело становится таким неподвижным, когда мы поглощены мыслями о Кришне и Его лилах. Вокруг различные озера, холмы, деревья, реки, леса и все остальные места, где Кришна совершал свои лилы, и видя все это, мы вспоминаем и буквально сходим с ума. В Камьяване много раз я был там. Там есть отпечатки стоп Кришны. И когда Нанда Махарадж говорит, что мы идем, посещаем эти места, мы вспоминаем Кришну больше и больше, и не можем забыть Его. Вокруг мы находим отпечатки стоп Кришны.
Даже в Нандаграме. Мы находим туда эти холмы, и там тоже есть отпечатки стоп Кришны, коров. Когда мы помним все эти места лилу, созерцая все это, наше сердце, наше сердце полностью поглощается мыслями, воспоминаниями о Кришне, когда мы видим эти места, где Кришна совершал свои лилы, эти реки, озера, деревья, леса, холмы и все прочее. Мы помним Кришну настолько сильно, что не можем его забыть. Все эти места, они украшены отпечатками стоп Кришны, все эти места его лил. И когда мы помним все это, то наше сердце, мы чувствуем такую великую радость, когда мы созерцаем все эти места лил. Манне Кришнанчо Раманчо Практабихо Суратамо Суранам Махадартхайо Гаргасчо Вачанам Ятха. Нанда Махарадж, Нанда Махарадж, он внезапно, я уже говорил, что в жизни Враджаваси, нету богатства. В жизни Враджаваси нету вопроса богатства, но все же время от времени это Баба приходит и она украшает. Иногда это богатство какое-то приходит, но оно приходит как волна в океане, но оно нестабильно. И Нанда Махарадж и все враджаваси, враджагопи, я уже говорил, время от времени они чувствуют какую-то реакцию. Они помнят, вспоминают, что Кришна, Он Верховный Господь, они так для украшения этой лилы, они иногда на секунду или две вспоминают, что Кришна Верховный Господь. И вот Нанда Махарадж вспомнил при сказании Гаргачари. Гаргачари сказал вот во время этой яги гороскопа, во время этой джанма самскара, в процессе рождения, после рождения Кришны, этот Гаргачари сказал, что эти твои дети необычные, они аватары Верховного Господа, точнее, сам Господь. И он сказал, что подобно Кришне и Раме, они явятся здесь. Они, в общем, Нанда Махарадж сказал, что они какие-то суратама, важные полубоги. Но Кришна, Он Верховный Господь. Он единственный Верховный Господь. Когда Нанда Махарадж говорит суратама, Он из своей любви, Он сравнивает их с какими-то лучше среди суров, среди полубогов. Тоже в каком-то смысле можно сказать, что это Верховный Господь, но Нанда Махарадж. Какие слова использует? И вот в соответствии с описанием Нанды Махараджа, Гаргачари, Нанда Махарадж говорит, и вот Нанда Махарадж говорит в соответствии с описанием Гаргачари, мы знаем, Гаргачари уже сказал, что эти двое,
Кришна и Баларама, они необычные, они суроттамы, они очень важны. И для особой причины, ради особой причины они пришли, чтобы родиться в этом мире. Соответственно, с описанием Нанды Махарадж, этого Муни, я вспомнил, что они не обычные люди, а какие-то суроттамы, такие лучшие из полубогов. Кангшам на джутто пранам малло гаджапатим ятха Кангшо, Камса, кто имеет силу множества слонов, и все они вместе. Камса один. Он имеет силу тысячи слонов. И эта сила с Камсы. Также Нанда Махарадж вспомнил Айшварию, такое. И вот он говорит, что я вспомнил, слышал я от Ганга Риши. Что чтобы исполнить желание полубогов. Суранам, значит, чтобы исполнить желание полубогов, по их молитве Кришна он явился здесь ради такой особой причины. И вот в соответствии с описанием Гаргачари он явился. Камса был силен как тысячи слонов. Kangsho, who is having power of thousands of, you know, elephant. Kangsho, naga juta pranam, mallu gajapatim yatha. In this sabha, И Камса организовал каких-то могущественных этих сильных борцов, чтобы бороться с Кришной Баларамой они могли. There are big fighters, so that they get Kamsa can kill Krishna and Balaram. И вот Камса организовал каких-то борцов, чтобы они убили Кришну и Баларама. Но странно, что эти борцы были побеждены с легкостью Кришны и Баларамы. И вот Кришна и Баларама, подобно льву, убили их, хотя они были очень могущественны. И как это возможно, что этот Кришна Баларам, они смогли убить таких могучих воинов, чья сила была подобна тысячам слонов? In the assembly, there was stage, there was a wrestling, fighting. Chanur, Mustik, all fighter, killed. Kubalapir, the most powerful elephant. И вообще все они были убиты. Камса, он организовал Кувалапира, какого-то могущественного животного, которое не пускал Кришну Баларама. То есть он натравил его на Кришну Баларама, этот слон такой. И подобно
И все равно, подобно тому, как лев нападает на какое-то животное и убивает его, также эти двое, Кришна с Баларама, они убили всех этих приспешников Камсы, которые были отправлены к ним. Гаргашвачанам ятха Кангшам нага ажута пранам маллю Гаджапатим ятха Абадхиштам лила ойго Пашу ниво Мригадипа. Как лев нападает на какое-то животное, так и Кришна Баларама, они убили всех приспешников Камсы. И таким образом Нанда Махарадж сейчас, он чувствовал такую, он чувствовал, что Кришна, Верховный Господь, иногда такое случалось. И Нанда Махарадж также говорил, что был там большой лук со стрелами. Ivorat me like elephant going to take this big talatroy one plum tree, three plum tree at talatroy, this kind of big there's bow and arrow. It is written. И там был этот лук, большой лук размером с три пальмы. И Нанда Махарадж, когда он отправился в Матхуру, он увидел, что там этот как слоны с легкостью ломают сахарный тростник. И также Нанда Махарадж продолжает, что Кришна, он в течение 7 дней и ночей на месяц, в одном мизинце держал холм Гавардхан. Но Нанда Махараджа, чтобы для украшения лилы, он редко воспринимает Кришну как Верховного Господа, но иногда такое случается. По воле Йогамайи Кришна являет какие-то сверхъестественные деяния, и поэтому некоторые воспринимают его как раньше, как обычного человека, а некоторые как Верховного Господа. И вот с такой игривостью этот Кришна убил Агасуру, Бакасуру, прочих, Параламбасуру, Денукасуру и прочих асуров он с легкостью убил. И вот у нас сегодня конец. Tomorrow we can discuss actually. So this kind of opulence is coming inside the heart of Nanda Maharaj. It is sometime Brajavasi coming, he is not standing. It's going on. Vatsala Baba is a man. Anyway. Aho Bhagyam, Aho Bhagyam, Nanda Gopa Bajokasham, Janmitram Paramanandam, Purno Brahma Sanatanam, Vanchakalpaturvasi Kipasindam, Patitanam Pavana Bhavishna Bhyo Namo.